قالوا أنا يكون له الملك علينا С восходом солнца мусульмане занимают места на праздничную службу в Щелковской мечети имама Равиля. К 7 утра все пространство в ней, на прилегающей храму территории, заполнили верующие, которые выдержали 30-дневный пост, усердно молились, проводили время за чтением священного Корана. Праздник Разговения, Идальфитр, Ураза Байрам – счастливый итог испытания своей веры и воли. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух, мухтарам дин кадершлерам. Ассаляму алейкум рахматуллахи ва баракатух, дорогие братья. Хвала Всевышнему, вот и подошел месяц Рамадан к концу. Сейчас мы сегодня встречаем Идль-Фитр, Ураза Байрам. С важным религиозным событием мусульман поздравили представители администрации городского округа Щелково. Искренние поздравления со священным праздником Ураза Байрам. Завершая священный месяц Рамадан, закалив свой дух, вы открываете сердца самым светлым и созидательным чувством. Ваша готовность расти духовно и помогать другим, поддерживая нуждающихся, меняет окружающий мир к лучшему. Мусульманская община городского округа активно участвует в общественно-политической жизни нашего муниципалитета. Искренне благодарю вас за неравнодушие к судьбе и развитию Щелковской земли. На территории городского округа Щелково издавна в мире и согласии проживают представители множества конфессий. Мусульманская – одна из самых многочисленных. Хочется искренне поблагодарить администрацию Щелковского района за ту оказанную помощь в содействии проведения этого мероприятия. Имам Руслан Хазрат в сослужении имама Марата Хазрата провели праздничную проповедь и богослужение, вознося нескончаемую хвалу всемилостливому Аллаху. Верующие внимали каждому слову. Месяц Рамадан стал для мусульман месяцем испытания веры, духовного очищения. В этот день люди, исповедующие ислам, испытывают величайшую радость и особое, приподнятое душевное состояние. Каждый год мы встречаем этот праздник, очень радостно все люди, это добро. В душе как-то легче, понимаете? Это для организма даже полезно. Почему ты пришел сюда? Ну, чтобы мне простили все грехи, чтобы показать то, что я держал пост. За месяц Рамазан я все-таки сумел прочитать полностью 2 раза Коран от начала до конца. Это дает всегда просветление, это дает очищение, это дает возвеличие, приближение к Аллаху, приближение к всему святому самому. Ид Мубарак. Именно такими словами верующие поздравляют друг друга с окончанием Великого Поста Рамадан. Сегодня 8500 верующих пришли на площадь перед мечетью на улице Советской. Это лучшая и первая в Подмосковье мечеть, построенная у нас в Щелкове. Сегодня, в течение всего дня, верующие будут поздравлять друг друга, ходить в гости и дарить подарки. Михаил Налетов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».